Мы чего хотим добиться нашим диалогом, выходя в такой рейтинговой программе, как твоя? Наверное, сегодня идет информационная война, и очень многие врут, очень избирательно показывают новости, читают новости. Это я не говорю о том, что каждый человек обладает каким-то количеством информации, которая в него попала, с разных сторон. И мы бесконечно говорим, говорим, говорим. Наверное, говорить надо, чтобы люди, ориентируясь на кого-то из нас, может быть, тоже принимали какое-то решение или понимали, как мы себя чувствуем в этой ситуации. Но все равно решение для того, как себя будет вести Россия завтра, и как она должна себя вести, о ком она должна беспокоиться, это принимают другие люди, на которых лежит ответственность, и поэтому они избраны, и они за это отвечают. Мы можем об этом только разговаривать. А мы должны были говорить о культурных связях. Мы говорим обо всем, о чем хотим. Ну, знаешь, когда пушки замолчат, потом мы все время чего-то обходим разговор. Я, извини, что я так говорю. Почему вот подписывали это письмо? Потому что все время идет речь, такой острый вопрос, да, вводят войска, не вводят войска, придут русские, не придут русские. Я хочу задать один вопрос. Есть ли дипломатический корпус, есть ли дипломаты, есть ли люди на разных уровнях, понимая, что разговаривать не с кем, невозможно. Мы готовы разговаривать, мы готовы договариваться и спрашивать, чего хочется, мы готовы ждать. Или, наоборот, делать что-то быстрее. Но если разговаривать не с кем, какой есть другой способ прекратить кровопролитие? Какой? Лёнь, я просто, вот извини, цветочки я... вставляли в Нет, стволы. Нет, секунду, вот я не знаю, какие-то нужны элементарные примеры, на которых мы выросли. Если вдруг ты попадаешь в ситуацию, когда дерутся малыши, да, или твой младший брат, и его избивает несколько человек. Ты что, будешь сначала объяснять, что этого делать не надо? Нет, я сначала всех растолкаю и всем надаю. А потом объясню, что этого делать надаю не надо. Надаю вот это. Да, да, да. Толкаю и надаю. Потом, мы все время сейчас, все акценты, конечно, про референдум, про Крым. У каждого есть к этому свое отношение. Конечно, Хрущев, я не знаю, ну там приятное кому-то хотел сделать, или выпил из лишь... карьерных соображений. Из карьерных, неважно, но это не надо забывать, что это был Советский Союз, это было не принципиально. Украина это или Россия, ну, был понятно. Единый Советский Союз. И как бы претензии Хрущев, бог с ним. Вот, но это исконно русская земля, это то место, где пролита кровь, уже один раз там все это проходили. Теперь, вот уже сколько лет Крым? Украина. 20 лет? 20 лет. Надо у людей Крыма спросить, стало им лучше жить за эти 20 лет, чем было, условно говоря, в Советском Союзе? Я сегодня спрашивал Аксенова, он сказал однозначно. Да. Да, если нет, то, естественно, вопрос только в референдуме. Я хочу сказать, что мы все время умалчиваем вопрос с Западной Украиной. С тем, ну, скажем, неизлечимым объектом, из-за которого, может быть, все и началось. Может быть, там референдум провести? Вы знаете... Мы говорим о каких-то вещах высоких и таких даже художественных, и говорим красиво. Вот я сейчас подумал, мы все смотрим телевизор, и есть хроника, как ведут себя те люди, которые и стали зачинщиками того, что происходит. Мы же видим, как ведет себя этот белый, да? Когда люди так действуют и так говорят, вообще можно ли с этими людьми разговаривать? С этими людьми можно разговаривать только языком силы, наведения порядка. Сначала его нужно успокоить, а потом с ним разговаривать. У меня нет ощущения, что он нормальный человек. Я, знаешь, о чем сейчас подумал, Володя? Смотри, какое совпадение. Я надеюсь, это не будет расценено как реклама. Но картина Германа «Трудно быть Богом» вышла как раз в те дни, когда все вот это происходит. Она 15 лет делалась, 15 лет не выходила. «Трудно быть Богом» про это. Про то, что происходит с человечеством многие века, и в том числе сегодня, и что будет происходить завтра. Невероятное совпадение. Вот этот месседж Алексеевича Германа, все говорят, какое мрачное кино, какое оно страшное. Что же это такое? Ну, по-разному, естественно, разные отзывы.
Но это кино про то, о чем мы сегодня говорим. Только там это уже разобрано, как хрестоматия. И показано, из-за чего, почему и что по-другому как бы не бывает. И нужно обладать невероятной силой и талантом для того, чтобы это урегулировать. Когда ты говоришь, что брат пошел на брата, и это уже есть. Холодная война – это когда не льется кровь. Сегодня уже не холодная война. Погибло уже достаточное количество людей для того, чтобы можно было остановиться. Почему-то это этих людей не останавливает. И потом вопрос Крыма, он, как ни странно, самый простой из тех, которые предстоит решить. Да, вот об этом я и говорил. Да. Потому что для того, чтобы все-таки было ощущение, что... хочешь, наверное, я ведь учился во Львове. Я 10 лет, я закончил среднюю школу во Львове. Это мой город, это моя родина. И у меня там остается очень много друзей. Вот. А поскольку они жиды и москали, я не знаю, как им сегодня будет. Вы тоже вот москали собрались. Мы тоже многим рискуем то, что мы здесь говорим. Судя по тем заявлениям, которые они делают. Я алтайский. Да, алтайский, да? Пойдешь как жид. Значит, я хочу сказать, что не только там сошли с ума. И не только мы много говорим. Я... Клянусь тебе, я поражен тем, как ведет себя Европа. Я вчера, я все-таки артист, и я видел, как выступила Меркель. И потом, когда пошел выступать, я говорю, что мы уже один раз это в истории проходили. И показали Меркель. Ее как-то немножко, она так немножко аж... Да, знаешь, я вот... Да, как, да, вот да, да. Заметили это, да? Зажалась, она поняла, так. Не зажатость, она поняла, что это абсолютно очевидно. Mm-hmm. То, чтобы... Кого они поддерживают на Украине? Правительство, которое военным путем пришло и захватило власть. Мне поразительно, я не понимаю, это какое-то кривое зеркало, понимаешь, да, то, что говорит Обама. Я тут пошутил в одном месте, мои друзья смеялись. Я говорю, сейчас вопрос с Крымом решим, наверное, он волнуется, что мы про Аляску вспомним.